В ближайшие полгода Госдума планирует создание прототипа цифрового рубля, его тестирование и внесение необходимых правок в законодательство. Нововведений потребует Гражданский кодекс, законы о банках, список гражданских прав. Цифровой рубль добавят в Конституцию как вторую государственную денежную единицу. В Конституцию внесут правки по созданию инфраструктуры для постоянного оборота новой монеты. Больше информации на сайте.